починаємо наш денний ефір на 7-му телеканалі. В студії з вами Тетяна Миленко. Доброго дня. Сьогодні в нас такий спортивний ефір та оздоровчий, я б сказала, тема. Бути здоровим легко, поради професіоналів. Ну і самі професіонали, які завітали до нас у студію. Катерина Матюхіна, призерка України з бодібілдингу. Та Олександр Мазанов, спеціаліст у сфері масажних технік та мануальної корекції. Доброго дня. Доброго дня. Ви представники різних спеціальностей, так, але між собою ви якось поєднуєтесь, скажіть, і допомагаєте один одному. Як саме, розкажіть, будь ласка, нам подробиці, і чим ви можете допомогти? Наша сфера дуже схожа між собою в роботі. Чому? Тому що, коли чоловік обращається, предположим, к Екатерине, дуже часто він приходить к нему уже з набором определенных проблем. І якщо Екатерина бачить цю, так сказать, проблему, она созванивается со мной, мы с ней ведем плотную работу, обсуждаем метод решения ее для того, чтобы человек, который обратился к ней за помощью в выздоровлении, получил максимум от занятия, от тренинга, то есть от ее занятия, от ее методики. А що ви маєте на увазі? Тобто, яка проблема, Катерина? Це до вас приходить людина, ви бачите, чи сколіоз, так, чи якісь інші вади, можливо, так, і ви ще радите звертатися до Олександра, до масажиста, так? Звісно ж, благодаря ряду своїх небольших тестів тренерських кожному клієнту, я вижу, які у нього можуть бути проблеми, вот, виявляємо їх на персональних тренуваннях. И если нам необходима помощь Александра, мы обращаемся к Александру за помощью. Тобто краще все ж таки працювати в парі, так? І допомагати один одному. А у вас є такі ситуації, коли б ви говорили, треба займатися спортом? Кожен раз, коли до мене приходить чоловік, перше, ну, о чому я його спрашиваю, це о том, займаєшся ли ти спортом. Серйозно? Да, тому що як от наименьшего к большему, то есть человек не занимался никогда спортом, его нужно направить туда, так и наоборот. То есть человек перетренированный, нужно определить его зоны перегрузок, нужно определить его возможные травмы спортивные. И это все очень сильно взаимосвязано. То есть наша работа является неотделимой. И хочу сказать о том, что человек должен обращать внимание на себя в работе, над работать над собой в комплексе. То есть нельзя разделять, нагружать мышцу до беспредела и не заставлять ее расслабляться. Тобто може бути таке, що в людини є спортивна травма, але вона не знає про неї. Так? Вполне. І в неї щось болить, але вона говорить, я ж, ну, що ми розуміємо, коли говоримо травма, це десь вдарився там, чи впав, чи ще щось. Але вони можуть бути зовсім різні. Во время тренинга очень часто люди, получая травму, могут ее даже не заметить. То есть на пределе возможностей, на давай, 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 быстрее, 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 человек может не заметить просто надрыва, например, и потом с ним проходить. И эти вещи нужно выявлять достаточно быстро. Почему? Потому что если спортивную травму запустить, она потом сказывается перекосами, перегрузками, в худшем случае, если происходит на тренировке отрыв мышцы. То есть это самое плохое. Кать, вот приходят до вас люди, так? 15 років, наприклад, 20, 25, 35, 45. Чи є якісь відмінності у навантаженні, які ви рекомендуєте їм брати на себе? Поряд із тими, хто взагалі ніколи не займався спортом, і потім прийшов десь так у 35 і говорить, хочу бути спортсменом. Ну, звісно ж, є. В підлітковому віці зона росту відкрита. І, звісно ж, я буду нагружати їх, відповідно, правилам цих зон росту. Чоловік, який приходить ко мені тренуватися, але вже тренуваний в 35 років, будем смотреть, уже подбирать нагрузку в зависимости от того, каких он преследует, каких целей. Вот. Ну и человек, который никогда не занимался и видел спорт только по телевизору, но что-то его заставило прийти в тренажерный зал, также постепенно будем начинать и подбирать нагрузку. Але є якісь заборони там, наприклад, чи поради таким людям? Очень аккуратно начинать новичкам. И внимательно следить за растущим организмом, дозировать нагрузку, потому что зона роста еще открыта, мы можем как помочь, так и навредить этому организму.
Так, одразу ж я згадую декілька прикладів свого життя, з життя знайомих людей. Так, це коли підлітком знайомий хлопець, однокласник, він тренувався, і він якось він залишився маленьким. Це він дуже тренувався багато, там мускули в нього все як треба було, але він якийсь такий маленького росту, це саме говорили? Принаймні, що він почав зарано. Це правда? Безпечно. І не дуже правильно. Тобто він тягав залізо так, сам по собі щось там, і наче великий, але ще й... Возможно, він где-то збив свій процес в той момент, коли він рос, где-то він собі навредив за счет того, що слишком нагружав свій організм, своє тіло. Тобто ви б радили, напевно, що все ж таки... Звертати увагу на свою виносливість, так? Тобто не тренувати, не розкачувати м'язи там, чи ще щось, а все ж таки просто для здоров'я займатися. Це ні, якщо 15-18 років. Ростучий організм, наоборот, якраз кості ростуть, і на них повинно вирости нужне кількість м'яса. Чаще всього м'ясо не успіває рости за скелетом. Таким образом, ми повинні тренувати м'ясо, але не давати скелету рости, для того, щоб це м'ясо виросло на цих костях, и не мешать расти скелету. То есть за счет статической осевой нагрузки на позвоночный столб. То есть убирать любую осевую нагрузку на позвоночник, но давать все-таки упражнения с отягощениями. Інший приклад – це коли вже доросла людина відправилася до спортзалу і нарешті купила собі абонемент, почала тренуватися, але, каже, все, більше не піду туди ніколи, тому що з першого разу людина просто перетренувалася, в нього все болить, в нього, в неї, неважливо, болить все і говорить – не хочу. Здесь просто треба дуже внимательно підходити к дозированню нагрузки. Ну, я так розумію, з тими болями потім до вас, Олександр, так? Ну, в общем, звертатися, в принципі, так? Да. А на що ви звертаєте увагу в першу чергу, коли до вас приходить людина і говорить, болить? Як я і говорив, в першу чергу я завжди для початку узнаю, чим чоловік займається. Тобто, то ли це бодібілдинг, то ли це плавання, то ли це легка атлетика, то ли це любое другое направлення, яке має определені зони нагрузки. То ли перегляд телевізора? Ну, теж, да. Больше счастья, да. Иногда с сідальничним тоже приходится поработать, потому что много сидят. Разумело. Вот. И после этого я уже провожу определенный тест на отзыв мышцы, выявляю функциональные блоки и начинаю работать. Конечно же, после того, как я заканчиваю и считаю, что любой специалист в моем профиле, любой профессионал, после того, как заканчивает комплекс своего лечения, обязан знать и обязан отправить человека в ту сферу, откуда он пришел, то есть то ли это бодибилдинг, то ли это у нас там плавание, и назначить ему правильный вход в тренировочный процесс. Это очень важно. Почему? Потому что человек пришел вылечить проблему, предположим, делая жим лежа на 100 килограмм 10 раз. Банальный пример. И мы его возвращаем после курса обратно на тренировку, он сразу ложится и делает жим лежа опять же 100 раз, получает ту же самую проблему, которую он... с которой он пришел, он должен входить в этот процесс поэтапно. Это как перезагрузка мышцы, то есть перезагрузка центральной нервной системы. Мы дали возможность расслабиться и начинаем ее нагружать поэтапно. То есть специалист моего уровня, моего профиля должен обязательно знать, как человека ввести обратно в нормальное состояние, для того, чтобы он мог дальше безболезненно и беспроблемно заниматься тем спортом, с которого он пришел. То есть не сказать ему, что вот вчера ты занимался плаванием, ты мастер спорта по плаванию, а сегодня ты плаванием больше заниматься не можешь, должен пойти на йогу. Это неправильный подход. То есть ты должен знать, как в том или ином виде спорта человека направить поэтапно и поднять ему результат. Тобто ви навіть розписуєте, чи як? Даю рекомендації. Якщо потрібно, я розписую, так? Ну, розписує більше Екатерина, тому що в даному випадку ми держимо зв'язку. И я в общении с ней, я ей рекомендую, предположим, ограничить определенные нагрузки на ту или иную область, загрузив и компенсировав другие зоны. И потихоньку-потихоньку человек восстанавливается. То есть все ж таки может пойти на йогу людина, так? Может, на некоторое Плавец, время, да, но если если этого требует. Поэтому, треба для м'язів, да, чи так, для того, щоб... Наша професія, вони дуже взаємозв'язані. Даже момент перетренированості мышцы, то есть, коли человек приходит к тому состоянию, когда мышца уже не может дальше расти, то есть, он ее догрузил до состояния предела. Для того, чтобы пошел процесс дальше, ее нужно разгрузить, растянуть и дать возможность снова набирать форму.
Катерина, коли до вас приходять вперше ваші клієнти, друзі, не знаю, як ви їх називаєте, клієнтами? Клієнти. Клієнтами, так. Коли приходять вперше? Майбутні спортсмени, давайте говорити так. Як ви розписуєте, як ви підходите до них? Чи треба розписувати також крок за кроком, як Олександр, наприклад, для них якісь рекомендації для того, щоб вони не втекли на другий раз вже зі спортзалу? В першу чергу, чоловік приходить в спортзал, не будемо себе обманувати, за здоров'ям, щоб бути здоровим. Тому, ісходя із цього, я починаю з ним діалог, так сказати. Это в первую очередь. Затем же человек говорит, признается мне, что хочу вот здесь больше, хочу здесь меньше, а тут хочу убрать, а тут похудеть. Ну, если, и, следовательно, уже исходя из желаний клиента, я подбираю персональную программу тренировок и питания. То есть кто-то хочет расти у нас, мы даем акцент на питание и силовой режим тренировок. Кто-то хочет худеть, мы пересматриваем нагрузки, даем более в режимі виносливості, так сказати. Мені так цікаво завжди було, чи можна взагалі схуднути тільки, наприклад, руки, щоб були тоненькими там. Чи це все ж таки процес, який відбувається повністю? Ось твій організм повністю переналаштовується і починає процес чи набору ваги, чи навпаки? Тренувальні в тренажерному залі одним словом, можно назвать бодибилдингом. На то он и бодибилдинг. Мы строим свое тело. Благодаря правильно подобранному комплексу тренировок можно какую-то зону мышц увеличить, а какую-то зону мышц уменьшить. То есть, конечно же, локально с какой-то одной мышцей в теле работать невозможно. Это работа организма как системы в целом. Но что-то украсить в увеличении, а что-то наоборот уменьшить, вполне реально. Благодаря тренировкам в тренажерному залі. І правильному підходу, мені здається. І правильному підходу. Олександр, а чи часто взагалі приходять до вас люди, які говорять, ні, спорт – це не для мене, давайте зробіть мене гарним та здоровим самостійно. Я там полежу трішечки годину, а ви зробіть мене гарним, щоб все було добре. Тому що я був в спортзалі, але щось не те. Да. В моїй практиці, в прошлій практиці, значить, це зустрічалося достатньо часто. Зустрічалося часто по той причині, що всі ми хочемо чудо, але воно по якійсь причині не відбувається, коли ти приходиш просто на те, щоб тебе помяли бока. Да. Вот. И люди, которые приходят, они начинают задавать вопросы. Вы занимались спортом? Да, занимался. Мне не подходит динамика, мне не подходит занятие там, на тренажерах, мне не нравится, мне скучно, еще что-то. Почти во всех этих ситуациях это проблема персонального тренера, который этим человеком занимался. Вот начинаешь разговаривать, что не понравилось. Через время человек начинает тебе говорить, что на самом-то деле не понравилось, не понравился персональный тренинг. То есть не понравился тренер. Когда говоришь, а может поменять тренера? И тебе говорят, да ну, я смотрела, все так работают. Угу. И ты ведешь, помимо того, что физическую работу над человеком, ты еще пытаешься его привлечь к спортивному образу жизни. Объяснить ему, что спорт нужен. Почему именно бодибилдинг в данном случае? Почему Екатерина мне помогает? Потому что бодибилдинг способен развивать все группы мышц. То есть можно работать абсолютно с любой группой мышц. Вопрос просто в подходе. То есть сейчас вот большей частью мы говорим о тренерах. Не столько о тех, кто пришел ко мне жаловаться, сколько о тренерах. О работе на совесть. То есть если там работа на совесть на самом деле. Вот в чем дело. Знаєте, теж згадую свою практику якусь і розумію взагалі, чому так все відбувається. Так, насправді, що іноді просто не підходить тренер. Коли знаходиш свою людину, коли вона тобі телефонує в суботу вранці і говорить, знаєш, вже... Не їж. Ні, не це, не їж, а говорить про те, що прокидайся, в тебе тренування. Потім ти будеш вдячний їй. Не їж. Да. До того, все ж таки, питання харчування, так? Ну, неможливо не говорити про нього, тому що, чи насправді це 80% взагалі нашого успіху, так, у спорті. І чим відрізняється, скажімо, харчування людини, яка тренується 5 разів на добу, хотів сказати, на тиждень, 3 рази на тиждень, чи взагалі не тренується?
Питания отличаются. Во-первых, это колораж. Количество употребляемого колоража суточного зависит от... Ну, имеет разницу, скажем так, для человека, который занимается 3, 5, либо 7 раз в неделю. Те, которые тренируются 7 раз в неделю, это профессионалы. Они, ну, чаще всего, это либо это подготовительный к соревновательному сезону процесс, либо же какое-то, ну, подведение формы, опять же таки, к соревнованиям, либо к выходу на сцену. У них, конечно же, коэффициент нагрузок очень высокий, и, следовательно, и колораж будет высокий. Их ткани потребляют значительно больше белка, жиров и углеводов, чем человек, который тренируется всего 3 раза в неделю. Те, которые тренируются 3 раза в неделю, опять же таки, у них коэффициент нагрузок будет свой. В общем, исходя из коэффициента нагрузок, можно построить норму колоража, норму, следовательно, отсюда белка, жиров и углеводов потребляемых. А для тех, кто не тренируется? У них обмен веществ слабый, замедленный, так как мышцы не сокращаются и не восстанавливаются после нагрузок. Следовательно, у них и потребление всех микроэлементов значительно будет меньше потребность в организме, чем у тех, кто тренируется. Поэтому у них и колораж должен быть меньшим. Тобто треба їсти менше, ніж ти витрачаєш, чи більше, чи як? Нужно съедать ровно столько, сколько необходимо твоєму організму. Чудово. Так, як обрати тренера? От на що треба дивитися в першу чергу? На які рекомендації? Чи це зовнішній вигляд? Чи все ж таки підхід? І, знаєте, от мені здається, що не завжди добре, коли тренер слідкує усім вимогам клієнта свого. Тобто, коли людина приходить і говорить, я там хочу там, 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 і тренер, ну, хочеш, окей, зробимо тобі. Мені здається, що круто, коли тренер ще говорить, ти знаєш, тобі ось це не треба робити. Давай зачекаємо, давай спочатку це і це. Це правильний підхід взагалі? Звісно ж, правильний. У тренера є методика на основі тих факторів здоров'я, з яким прийшов чоловік, з його потребностями. І тренер буде працювати по своїй методиці, а не по требованням клієнта і не по його желанням. Хочу вот сейчас вот такое упражнение, мне оно нравится. Те упражнения приносят пользу, которые чаще всего, которые не нравятся клиенту, только они будут рабочие. Те, которые нравятся, это отдых для клиента будет. Вот. Ну и как подобрать тренера? Каким условиям должен обладать тренер, чтобы понять, насколько он хорош? Для меня это... Он должен быть в первую очередь коммуникабельный. То есть ты видишь, если человек с тобой, если тебе приятно с человеком общаться, если он способен ответить там, на основные твои вопросы, то значит, что, наверное, можно ему доверить. Этот тренер должен быть очень внимательный и от подхода к подходу правильно следить за выполнением упражнений. То есть если ты видишь в зале работающего клиента и над ним сидящего тренера, там, смотрящего в телефон, то лучше сразу беги от него и больше никогда к нему не приходи. Потому что тренеру не важен тот фактор, покалечишься ты сейчас в зале, да, либо там у тебя наступил мышечный отказ и надо перейти к другому комплексу упражнений. Ему важно, на самом деле, что происходит в его телефоне в данный момент. Значит, надо от него бежать. А правильно говорять про те, що треба обирати тренера за образом, так, наприклад. Ти бачиш, що ось мені подобається там, його фігура чи взагалі його зовнішній вигляд. Я хочу бути таким. Чи це правильно, чи ні? Ну, наче я буду... Тренер з мене зробить себе майже. 99,9% клієнтів так і думаю, що тренер должен в першу чергу виглядати. Безусловно, тренера должен і обязан быть в хорошей физической форме. Но это еще не показатель того, что он будет правильно тренировать клиента, который к нему пришел. Тренер должен быть грамотный, он должен быть очень внимательный, правильно относиться к своему делу в первую очередь. А чи може взагалі тренер якось визначити, наприклад, на тренуванні проблему, чи на індивідуальному, чи на груповому?
На групповом меньше, хотя уже даже на разминке вот в группе можно выявить ряд незначительных проблем, таких, которые в первую очередь могут бросаться в глаза. То есть на разминке, если это групповая тренировка, я как тренер могу заметить особенности осанки, но не все и не у каждого. То есть, допустим, человек выполняет базовые шаги аэробики как-то вот, ну, с неправильным поворотом стопы, хотя ты определяешь там внимание именно на такое положение стоп. Ты уже видишь, что он не может поставить, например, так стоп, значит, где-то у него уже есть определенная проблема. После пятиминутной разминки часто у людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, либо с дыхательной, начинаются уже проявляться первые признаки усталости. Говорит о том, что тоже здесь не тренирован человек, и надо в тренировках ему обратить внимание на развитие вот этих функций. Александр, в персональном... А в персональном тренинге, конечно, все намного явнее можно определить за счет небольших тестов на осанку, на сердечно-сосудистую систему и тесты по позвоночнику. Очень хорошо видно, на що треба обращати внимание. Просканувати легше, мені здається. Олександр, скажіть, будь ласка, а ви як радите своїм клієнтам також обирати, своїм друзям, можливо, так, тренера свого? На що звертати увагу? Тренера, я вважаю, що от, навіть не вважаю, а можу сказати однозначно, що 90% тих посетителей, які приходять ко мені, почти завжди, коли міняли тренера, то есть основной аспект был это невнимательность. Вот на сегодняшний день, зайдя в зал, в любой зал бодибилдинга, в любой зал спортивный, я сам лично очень часто наблюдаю ситуацию такую, то есть стоит тренер над тренирующимся, тренирующийся делает, тренер втыкает в телефон, тренирующийся переходит от разогревающих подходов к рабочим, когда рабочий должен быть подход обязательно под контролем, под жестким контролем на правильность выполнения, на геометрию движения, то есть на углы. Тренер должен все это контролировать. И вот как только начинается эта проблема, тренер втыкает в телефон, и вот человек начинает делать как маятник, абы что. И тренер спрашивает нормально, а тот говорит, да, все хорошо, делай. И человек на следующее утро встает с болью не той группы мышц, которую он тренировал. То есть сейчас я немножко вернусь назад, касательно того, когда ко мне люди приходят и говорят, это не мое. Еще вот есть такой момент. Приходит человек, берет персональный тренинг. Тренер вот в таком ключе тренирует его. Например, сегодня мы делаем спину. Вот у него по программе сегодня спина. Вот он тренирует спину, делает ее. Но от того, что тренер был невнимательный во время работы, помимо спины включались и другие мышцы. То есть хорошо нагружались руки, хорошо нагружалась грудь. Из-за того, что человек выполнял рабочие неверно. И на утро у человека вместо спины болит грудь. А на следующий, а через тренировку у него уже по программе грудь. Uh-huh. И он приходит и добивает грудь. И в третий раз он добивает грудь. Через неделю он просто говорит, конечно, я не хочу, мне больно, у меня такая крепатура, я не могу ни вздохнуть, ни чихнуть, ничего. Ну вот как-то вот так вот. И это одна из, вот как раз одно из пагубных моментов того, что есть невнимательность на тренировке. На мой взгляд, тренер, так же как специалист в моей области, должен быть в первую очередь очень внимательным к тому, с кем он работает. Обращать внимание на возраст. Уровень метаболизма от возраста тоже очень сильно зависит. То ли это 15, то ли это 30, то ли это 45. То есть у всех разный. Обращать внимание на то, как человек выглядит. То есть на его физические параметры, рост, вес. Это все очень важно, потому что, например, в моей профессии, специалист моей профессии имеет определенные предрасположенности к тем или иным техникам изучения. То есть, например, при моем весе, при моем росте, мне изучать постоянно, например, и быть специалистом тайского массажа, но это самого себя погубить. Потому что при моем росте, при моем весе я могу эту технику делать, но я себе буду вредить.
Я зрозуміла, я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли до нас. Нагадаю, в нас в гостях Катерина Матюхіна, призерка України з бодібілдингу, та Олександр Мазанов, спеціаліст у сфері масажних технік та мануальної корекції. Поговорили ми з нашими професіоналами для того, щоб дізнатися, як бути здоровими. А це легко, тільки треба слухати себе, прислуховуватись та знайти своїх людей, як я зрозуміла. Дякую вам дуже ще раз. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. В студії провели його з вами Тетяна Миленко. Усього найкращого.